Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и мы с вами продолжаем прохождение игры «Принцесса Изабелла. Возвращение проклятия». Давайте продолжим. Итак, как мы с вами помним из последнего видео, мы с вами прибыли в место, где обитает ведьма. А как мы туда прибыли? Мы прибыли туда вслед за очарованным принцем. То есть ведьма пленила принца, настроила его против принцессы, и он теперь как бы, ну, такой за ведьму, типа, ты, вот ты, говорит, принцесса Изабелла, ты настоящая ведьма, а вот та, вот, которая ведьма, она не ведьма, она прям хорошая женщина. Так, ну что, портал перенес нас ближе к замку ведьмы, мы на острове Когтя, надо найти способ попасть на другие острова. Так, что надевают на пальцы? На пальцах часто носят кольца. А, да, котятки, смотрите, у нас как раз таки с вами 5 колец. Так, сюда не поместить кольцо, нужно больше места. Мы сейчас все 5 колец увеличим, чтобы эти каменные пальчики украсить. Удивительно, еще один портал, я вижу, куда он ведет. Это все, принцесса, это место очищено. То есть мы здесь не будем ничего поджигать, ломать, обливать водой, да? Ну, тогда ныряем в портал, и вон там вот, видимо, да, окажемся. Снова путешествие по порталам. Вы добрались до ведьминого когтя, открыли коллекционную главу игры. Вы хотите перейти к ней? Да, конечно. Ради чего мы здесь все собрались? Ради спасения доченьки. Башня трофея ведьмы. Что она задумала? Кого она здесь держит? Мы должны войти туда, принцесса. Давайте войдем. Похоже, нужно поднять столько блоков, сколько показывают цифры в каждом ряду и колонке. Так. Очень не люблю подобные головоломки. Они, по-моему, как-то называются. Они популярные люди. Там зачеркивая квадратики, всякие фигурки, да, рисуют. Так, здесь должно быть 2 раза по 2, ну, как это, блоков, да? Так, здесь 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот эти блоки, они по-любому у нас с вами будут выдвинуты. Так, 3, 4, 5, 4, 4. Может, вот так? Вау! Они подсвечиваются, когда в правильном положении, что ли? Ну-ка. Нет, а если тут? Ой. Да, все просто, котятки. Я-то думала, что сейчас начнутся сложности. Нет, они подсвечиваются, когда стоят в правильном порядке. Видите, хоп, тут 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, отлично. Слушайте, а может, они повторяют друг друга? Ну-ка, может, здесь 8 тогда в таком же виде. Да, здорово, здорово. Здесь нам уже становится легче. Смотрите, либо сюда 2 будет. Нет, либо вот сюда. А, нет. 3. Тут по-любому 3. Это однозначно. Это по-любому 2. Тогда здесь либо так. Ой. Либо вот так. О, все, здорово. Так, здесь 3 и 3. Значит, вот так будет, наверное, нет? Здесь 4. А, нет. Здесь будет какой-то разрыв. Скажем так. Так, 2. Если вот так, 2-2. Да, все правильно. Значит, и здесь такая же фигура. Она... Они повторяют друг друга, так что можно просто собирать. А если здесь? Да, все отлично. А здесь? Нет. А если по краям? А, 6 же должно быть. Значит, ой, значит, вот так и вот так. Да, отлично. Вот так, и вот так здесь тоже будет так же. Так, и теперь вот с этим нужно разобраться. 3-3-1, значит, вот здесь. По 2. Все, мы с вами собрали вот такую замечательную фигуру. В принципе, задание несложное, если понимать суть. Если ты никогда этого не делал, то вообще, мне кажется, не разберешься. Методом тыка. Здесь ведьма держит своих пленников, волшебных существ, ради ее прихоти заключенных в картины. В смысле? Что это значит? Мы по картинам будем прыгать, что ли? Как в дом тысячи дверей?
Бедняга эльф, его связали ржавой проволокой. Что это за мир, в котором держит их ведьма? Не знаю, что это за мир, котятки. Он привязан металлической проволокой, нам надо ослабить ее. А чем у нас ничего нет? Чем мы ее должны ослабить? Не знаю. Давайте дальше идти. О, вторая картина. Нужно освободить несчастную русалку, принцесса. Ее поймали в сеть. О нет, бедняжка-русалка попала в плен. Нам нужно освободить ее. А чем я ее могу освободить-то? Нет. Нет. Не работает на ней здесь ничего. Это что такое? Повторяй ноты, чтобы усыпить сирен. Сирен? Гадкие сирены. Похоже, они украли золото эльфа. Чтобы достать золото, он заставит замолчать сирен. Какие они жуткие котятки. Так, что еще у нас здесь есть с вами? Он что-то потерял. Он расстроен, как будто бы чего-то не хватает. Но у меня нету вообще ничего, котята. Вообще абсолютно никаких предметов нет. Это что такое? Пряничный домик. Боюсь даже подумать, кого заперла там ведьма. Надо попасть внутрь. Нужно соединить все конфетные кольца одной конфетной лентой. А как это сделать? А. О боже. И как... Как решается эта головоломка? Если бы я знала решение, котята. Просто вести на эти кольца, что ли, я не пойму. А дальше что? Вот это верхнее мы не сможем задействовать. Как нам его задействовать? Я не понимаю, котятки, как решается эта головоломка. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не люблю такие головоломки, честное слово, котятки. Мы как-то вот отсюда должны провести вот сюда и закончить здесь. Это очевидные вещи. Очевидно, что мы закончить должны вот так. Вот здесь вот это тоже мы должны задействовать. Либо как-то здесь так пройти, чтобы здесь вот так вернуться. Но по-любому здесь будет завершающий этап. Нет, мы опять сейчас оставим вот этот вот... Без всего. Не знаю, как решается эта головоломка, котятки. У меня мыслей никаких нет. Вообще, абсолютно. Все, посмотрите, все, и мы в тупике. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Если идти от обратного. Так, так, так. 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 Так.
Тогда вот этот мы оставляем, да? Так, дайте мне время, я подумаю. Воу, мои дорогие котятки! Знаете, как я решила эту головоломку? Я решила ее чисто случайно. Я предприняла очень много попыток, очень много. Я минут, наверное, 15 сидела и думала, как ее решить. Естественно, я все это вырезала. И вот в один из моментов я просто случайно не туда повернула, ну, скажем так, курсор. И я поняла, как решить эту головоломку. Грубо говоря, мы просто с вами должны сделать бантик. А, то есть левое ушко, правое ушко, и таким самым образом мы с вами проходим эту головоломку. Уф! Это было мега сложно, и это, оказывается, было мега легко, если разобраться, как двигаются эти ленточки, куда они могут поворачивать, куда нет. Боже, у меня сейчас голова просто лопнет. Тем не менее, мы продолжаем, мои дорогие. Ой, нужно нырнуть в домик. О нет, она готовит себе из пленника обед. Надо погасить огонь. А чем мы можем погасить огонь? Например, способностью феи вода. Нет, не можем. Окей, у нас тут нож подсвечивается. Какой вкусный. Нож нам пригодится. Да, возможно, нам нож пригодится. И у нас тут же есть зона с поиском предметов, котятки. Посмотрите. Здесь должно быть что-то полезное. Что мы ищем? Итак, 4 щита. Щит — это то, чем защищаются солдаты. Арбуз, пирог, пирожные, клубника, банка печенья, вишня, горячий шоколад, 4 сердца и 5 леденцов. Так, 4 щита, арбуз, пирог, пирожные, клубника, банка печенья, вишня, горячий шоколад, 4 сердца и 5 леденцов. Отлично. Так, 4 щита. Так, раз, два, три, 4 вижу. Сердце и 5 леденцов. Сердце 4, 5 леденцов. Так, леденец 1, а вот сердце, кстати, вот сердце. 2 леденец, 3, 4 леденец. Считается как леденец? Нет. Вот еще одно, кстати, сердечко. Так, а считается леденцом или вот это? Нет, не считается. А, вот еще один леденец. Так, сердце пирожное. Это считается за пирожное? Нет. Еще одно сердце и пирожное. Вот это может пирожное? Но тут пирожных очень много. Пирожное. Что они имели в виду под словом пирожное? Пирог? Нет, пирог — это пирог. Клубника, кстати. Почему мы ее пропустили? Может, вот это пирожное? Нет. Может, вот это пирожное? Да. Так, арбузик вижу. Банку с печеньем вижу. Горячий шоколад вот здесь прям. Так, вишенка и сердце. Ну, вишенка вот она на пирожном. И еще одно сердечко. Вот оно. Отлично, ты нашла все, что было можно. Так, и все, нам здесь больше делать нечего, что ли, получается, котятки? Так, что нам дали? Нож и щит. И куда мы это можем использовать? Может, мы ножом можем расслабить путы? Нет, надо ее ослабить. А тут что такое? Эльф мог спрятать здесь свой горшок с золотом. Эльф, наверное, что-то здесь спрятал. Ну, горшок золота мы с вами видели у сирен. Кстати, а может быть ножом перерезать сеть? Сейчас шмякнется. Спасибо, принцесса. Я чуть до смерти не пересохла в этой сети. Чем же отблагодарить тебя? Вот, возьми этот рыбий жир сирены. Удачи тебе в сражении с ведьмой. Отправляйся на свободу. Рыбий жир? И чем он мне поможет? Может, дать сиренам? Чтобы достать золото, надо заставить замолчать сирен. Рыбий жир.
А, слушайте, может, рыбьим жиром смазать путы? О, спасибо. А ты не видала мой горшок с золотом? Без него радуги не выйдет. Он будет творить радугу. Мы его найдем, и ты снова станешь свободен. Он будет творить радугу. Шнуры. А вот нам дали как раз-таки шнуры, чтобы усыпить сирену. Мы заберем горшочек золота, отдадим его, господи, отдадим горшочек золота и... Я не знаю, что будет дальше. Узнаем. Так, давайте. Повторяй ноты, чтобы усыпить сирен. О. Ого, мы что, на всех струнах будем играть? Это сложно. Так. Мы что, все струны переберем, котятки? О, нет! Скорее забирать золото, пока они спят. Ой, нет, хорошо, что мы не стали играть на всех этих струнах, иначе бы у меня просто лопнула бы голова от напряжения. Ой, смотрите. Мы для них сыграли чудную мелодию, и они заснули. Теперь не видно их таких страшных мордашек. Так, хватаем золото и бежим. Забирай свое и беги, беги, беги. Так, отдаем ее. Значит, радуга действительно заканчивается у горшочка с золотом. Да, есть такое поверье, что там, где находится конец радуги, непременно находится сокровище. Вот в этой игре их так реализовали. Здорово. Так, и что теперь нам нужно смотреть, куда ведет эта радуга, а куда она ведет? Куда-то она ведет, котятки. Ну-ка. О, у нас с вами еще была одна картина, а я туда-то и даже и не прошла. Какой огромный ледяной дворец. Ведьма, наверное, держит там кого-то большого. Надо попасть туда. Какой действительно огромный, посмотрите. Нужно разбить лед, собирая комбинации из трех или более блоков. А, ну это игра три в ряд, она нам всем вообще абсолютно знакома. У меня только единственный вопрос. А количество ходов у меня здесь ограничено? Вроде бы нет, я нигде не вижу таймера, то есть могу делать все, что хочу, да? Отлично. Это хорошо. Это хорошо. Так. А то сейчас я на телефоне, когда у меня есть свободное время, и у меня его очень мало и редко бывает, но я прохожу сейчас одну игру, где тоже нужно, ну, различные там препятствия преодолевать. И мне она дается очень сложная эта игра, потому что там ограниченное количество ходов. И теперь я, когда вижу игры три в ряд, у меня первый вопрос, а ограничены ли ходы? Так. О боже, так. Что еще? Вот тут вот углы всегда, они меня очень сильно смущают, поэтому, видите, я всегда прям упорно иду к углу. Освобождаю углы. Только три в ряд, да, работает, то есть четыре в ряд, ну там квадратики, да, они не работают, я так понимаю. Только три в ряд. Хорошо. Что-то я зациклилась, да? А нет, все нормально. Все нормально, движемся хорошо. Так, вот этот угол мне тоже смущает. Все отлично, мы этот угол разморозили. Теперь вот этот угол давайте размораживать. Так, прекрасно. Так, вот здесь что-то нам с этим надо сделать.
не дают мне пока что ничего, что можно вот с этим вот сделать. Глазики мне нужны. Так, здесь тоже вот разморозить фишечку. Так, вот это все разморозено. Вот эти две, да, остались у меня, так я понимаю. Похоже, что да. Так, зеленые нападали, но они мне вообще ни к чему. Ну-ка. Может, так у нас дело сдвинется? Да. Но вот здесь, видите, оно не сдвигается. А, все. Отлично. Получилось! Вау, там была какая-то птица. Это Феникс. Самый удивительный из огненных существ. Нужно освободить его. Как я должна его освободить? Что мне нужно? Огонь? Нет, сил феи явно для этого недостаточно. Что мне нужно делать здесь? А, солдаты. Так им, наверное, щиты нужно отдать, да? И повернуть. О, боже. Что происходит? Что? Я вообще хотела вверх повернуть, но я нажала на ноги, посмотрите. И щиты поворачиваются. Здорово, слушайте. Очевидно было, что они должны эти чаши повернуть к замороженному Фениксу, чтобы растопить лед. Это все очень понятно, в принципе. Несложно. С ленточкой зеленой я бы дольше мучилась. Какая красота. Это все, принцесса? Это место очищено? И что нам это дало? Мы туда зайти больше не можем. Может, она огонь в пряничном домике потушила? Ох, да, действительно, посмотрите. Из одной картины в другую, да, чудеса перелетают. Похоже, что она потерялась. Мы поможем ей найти своего опекуна. Это кто вообще? Это место очищено. Молодой кентавр. А куда нам ее? Сюда, что ли? Он же что-то у нас потерял. Может, он ее держит? Он расстроен, как будто бы чего-то нет. Это явно не оно, котятки. А что мне с ней делать надо? Здесь место очищено. Очищено здесь. А что надо делать-то? Так. Так, здесь у нас... На нос корабля что-то нужно отдать. Как его называют? Зевс, что ли он? Посейдон? Так, выше мы можем куда-то пройти. Кентавр не дает нам пройти. Но почему? Что он охраняет? А, молодой кентавр, это, видимо, его. Никто не пройдет, пока я не получу назад свое. Ведьма что-то забрала у него. Мы должны помочь, принцесса. Да, мы молодого кентавра ему должны отдать. Его доченьку или сестренку. Я перед тобой в долгу. Ты спасла мое дитя. Я не забуду этого. Мне больше не нужен мой трезубец. И ты можешь забрать его. Ага, это доченька была. Вау, а вот он и трайдент. Трезубец, который мы должны отдать нашему Посейдону. Прекрасный русал. Смотри, принцесса, он сделал нам подарок. Единорог-камень. Единорог-камень. Может, мы куда-то должны дальше там его использовать? Тут что, ничего? Все, принцесса, место очищено. Принцесса, больше всего на свете ведьма хотела поймать единорога. О его могуществе ходят легенды. Нужно скорее освободить его. Что мы должны сделать? И что? И что? Что нам это дает? Непонятно. Что за головоломка? Какое у нее решение, котята? Эта палочка... Вот здесь, что ли, должна быть? Они все меняют свое положение. Обратите внимание.
Просто я должна найти, короче, каждой палочке свое положение, да, я так понимаю? Так, это тоже сюда подходит. Вау. Нет, это сюда не подходит. Может, туда подходит? Нет, значит, что-то тут неправильное. Вот это может сюда. Да, а это у нас откуда? Нет, значит, вот эта палка неправильная. Ну-ка. Нет. А какая палка-то у нас тогда неправильная? Вот это что ли? Ну-ка. Нет. Может, вот это все-таки не на своем месте? Просто методом подбора, что ли? Нет. Вот эту, значит, надо убрать. Ну, она не встает сюда, котятки. Нет. Она сюда не встает. Может, вот эту сюда, в эту сторону? Это тоже не сюда не встает. Я не понимаю, котята, что мне нужно сделать? Когда я перемещаю эти... Скажем так. Ничего вообще абсолютно не происходит. Я уже все перепробовала, по-моему. Я уже все местами поменяла, нет? Нет, они тоже эти не подходят. Это сейчас тоже не подойдет. Я не понимаю, что тогда нужно не нужно делать. Я просто не понимаю, котятки. Хм. Я, видите, я просто нажимаю на нее, она сама перемещается. То есть я вообще не использую никакие. Ничего я не вращаю, я ничего не кручу. Какая-то, видимо, есть тут. Какая-то есть, видимо, суть. Но я эту суть не улавливаю. Я не понимаю, что тут мне нужно. Абсолютно. Это непонятная для меня головоломка. Это сейчас не встанет, наверняка. Получилось, мы освободили каменного единорога. И это место очищено. Знаете, я просто, я, честно говоря, не знаю, как надо было вообще действовать. Я просто нажимала на шару. Ну, как вы все это заметили. И куда мы летим? Получилось, мы на пороге замка ведьмы. Теперь нужно миновать этот жуткий глаз и попасть внутрь. Ага, мы с вами прибыли к замку ведьмы, мои дорогие котятки. И наши с вами приключения на этом не заканчиваются. Я так понимаю, мы еще что-то будем здесь делать. О, это, конечно, очень круто, мои милые. Это очень круто. Поэтому предлагаю вам оставить прохождение непосредственно замка ведьмы на следующее мое видео. Это будет правильно, как минимум. Поэтому, мои дорогие котятки, на этом я с вами буду прощаться. Как всегда, рекомендую подписываться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимать на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте мне лайки, пишите мне комментарии, мне будет очень и очень приятно. А я со всеми вами прощаюсь, до новых встреч. Как всегда, рекомендую смотреть только полезные и качественные видео. И всем пока-пока. Всем мяу!